кошка – это ласковое благородное мурлыканье и мокрый нос. Для многих народов кошка является священным животным. Эти милые создания живут почти в каждом доме. Однако остается и огромное количество бродячих кошек. Сегодня в Ульяновске есть немало сообществ, которые помогают бездомным животным обрести своих хозяев. Люди с огромным сердцем берут с улиц грязных, больных и измученных котят, которые в их руках превращаются в домашних любимцев. Когда человек неравнодушен, его видно на самом деле издалека. То есть он подходит, он интересуется, он пишет социальные сети, он пишет админам группы помощи бездомным животным в социальные сети также и вызванивает, и также потом мы все вместе становимся друзьями, одна большая такая кошачья мафия. Таких неравнодушных в нашем городе огромное количество. Это те люди, которые в один момент навсегда посвятили свою жизнь спасению кошачьих жизней. Кошки, у меня с детства любовь к кошкам осталась, потому что они такие теплые, они заботливые, тебе тяжело, они всегда рядом. И когда наконец-то их спас, вот эти благодарные глаза, это первое мурчание, первый раз они пошли на руки, первый раз сами поели. Это непередаваемо, и никогда ни с чем с другим это невозможно сравнить уже. Это ни на что уже не променяешь. Сегодня во Всемирный день кошек у Елены пополнение. В семье появилась 14-я из семейства кошачьих. Первая кошка появилась в ее доме, когда Елена стала мамой. Через некоторое время девушка узнала, что долгожданная дочь тяжело больна, и ей нужен постоянный уход и забота мамы. Но даже такая новость не остановила нашу героиню. А моему ребенку это помогает. Раньше, если она себя тяжело чувствовала в перемену погоды, а сейчас они рядом лягут с ней, обнимают ее, мурчат ей по духу, она сразу засыпает и успокаивается. Это и мне, и ей помогает, нам намного легче становится. Особенно в тяжелый момент, когда ребенок болеет, кошки всегда рядом. Они никогда не бросят и не предадут, как часто это очень делают люди. За прошлый год волонтеры и активисты группы помощи «Кошкин дом» спасли около 1000 животных. Они уверяют, что тот, кто спас однажды хоть одну жизнь, уже не остановится. Признаются, чтобы избавить город от бездомных и больных животных, нужно в первую очередь начать с себя. Кристина Жакот, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».